Если во время намаза мысли уходят в другую сторону, да, считается, не является условием принятия намаза, братья, чтобы была смиренность. То есть намаз считается, однако человек лишается полноценной награды от этой молитвы. То есть человек, который совершил намаз, будучи смиренным, осознавая, что он говорит, и человек, который совершил намаз, не понимая, что он делает, без смиренности, у того и того принимается намаз. Однако тот, который сделал со смирением, он награду большую получает. И как Аллах описывает верующих, «Кад афляха аль-му'минун», увенчались успехом верующие, и говорит, «Алладзина хум фи салятихим хаши'ун», те, которые смиренны в своих намазах. И когда Аллах говорит, «Инна салята танха аниль фахшай валь-мункар», воистину намаз он уберегает от мерзости и дурных поступков. Что это имеется в виду? То есть этот намаз должен быть преградой стать, ты помолился Аллаху, простились тебе твои грехи, чтобы в дальнейшем ты исправлялся.